Две серьезные аварии произошли в республике в минувшие выходные. В обоих случаях причиной стал обгон и превышение скорости. В субботу днем в районе Алла Сапогов Мерседес, ехавший со стороны Абакана, пытался обогнать Тойоту. В этот момент водитель Тойоты как раз поворачивал в деревню. Произошло боковое столкновение. После 40-летний мужчина, управлявший Мерседесом, на огромной скорости проехал еще несколько метров и вылетел на обочину. Иномарка несколько раз перевернулась. Пострадала 31-летняя пассажирка Мерседеса. С черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга девушка была доставлена в больницу. Он вот так уходил от нас. Вот так. Он зацепил и начал уходить. И все. И полетели люди. Еще одна авария с тремя транспортными средствами произошла в субботу вечером перед Саиногорском. 27-летний водитель Ниссана пытался обогнать пассажирский автобус. В этот момент он врезался и в ПАЗ, и в ехавшую по встречной полосе Тойоту. Пострадал виновник аварии, он получил перелом бедра. Известно, что мужчина был лишен прав и в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.